Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановит свою работу почти на месяц. На предприятии проведут капитальный ремонт. С 15 марта и до 9 апреля здесь отрегулируют и заменят отдельные части оборудования, а также восстановят работу агрегатов. Это плановое мероприятие, сообщили в Минэнерго. График работ утвержден еще в декабре прошлого года. В соответствии с утвержденным графиком, текущий ремонт Шымкентского НПЗ предусматривается в период с 15 марта по 9 апреля для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования с заменой и восстановлением его отдельных частей и их регулировки.